Что ж, всем привет, друзья! Вы на канале Energy Gaming TV. Меня, как ни странно, по-прежнему зовут Игорь. И мы, как ни странно, продолжаем прохождение, строительство, точнее, нашей тюрьмы, нашей лучшей тюрьмы в игре Prison Architect, да? Правильно, правильно. В общем-то, утро начинается, охрана до сих пор еще вывозит трупешники, которые у нас остались после нескольких дней. Ну, кто знает, да, там, кто видел обморожение, у нас тут было, тотальные заморозки были. В общем, сегодня я планирую сейчас все-таки здесь распланировать как-то комнату приема, то бишь, через что у нас будут поступать заключенные. Вот, скорее всего, буду переносить все вот эти доставка, отправка, короче, все буду переносить чуть повыше, потому что, ну, вот, надо немножко будет перестроечку тут сделать. В общем, сейчас я это все займусь. Сейчас у нас немножко охранники тут растаскают все это дело. И, собственно, заодно немножко денег. У нас прибыль, смотрите, 7 тысяч. Просто шоколадно все. Так, нашли немножко контрабанду. Так. Увеличил время... Что я еще сделал? Увеличил режим, увеличил время на душ, потому что что-то уж прям совсем они... Сильно не хватает. Хотя, вот, смотрите, здесь уже все нормально, да? Получается, у них занятость. Так, с семьей они. Может быть, им сделать программы. Так, подожди-ка. Так. Освобождение, духовная, групповая терапия. Ну, это все нам получается не то, да? Слушание у нас и так 3 штуки. Так, медицинское лечение у нас тоже 3, нормально. Поведенческая терапия у нас 2 есть, там нормально все занимаются потихонечку. Базовый курс у нас тоже проходит, они сдают потихонечку, сдают. Вот. Так, 9 заключенных, 70% у нас уже сдали. Потом еще надо будет базовый курс, не знаю, базовый, основной курс у нас пока вообще, базовый курс у нас сдают, да, а вот у нас один заключен должен у нас основной курс. Но основной курс, походу, какой-то избранный, его никто сдать не может, так у нас тут драка небольшая, ну... Охрана с шариком там, я думаю, быстренько все уладит, правильно? Угу. Все, хорошо, надеюсь, у нас... За окном теперь постоянно слежу за температурой, 10 градусов, в принципе, нормально, ночью было 6, сейчас 10, надеюсь, похолодания не будет. Так, дальше, что еще хотел посмотреть? Еще хотел проверить по температуре. Ага, здесь у нас получается, а что у нас здесь? А у нас здесь получается то, что у нас... вот эта батарея не подведена, да? Так, а почему-то не подведена. Странно, почему-то здесь, главное, нельзя. Может быть, то, что там батарея... Ну, хотя здесь она тоже батарея проведена, да, Сани? Вот это вот. Или то, что здесь унитаз, наверное. Ну, кстати, да. Хотя раньше вроде не мешало. Хотя, Сани, здесь мне нигде унитаз не мешают. Так, не стоят, да? Может быть, да, скорее всего, из-за унитаза. Хотя, как это вообще может мешать, что там? Теплая вода будет смывать, что ли? Ладно, так, я, кстати, еще посмотреть, что у нас по электричеству. Здесь вот уже довольно-таки скоро плотненько будет, плотненько. По электричеству у нас так, и наверху. Наверху у нас тоже плотненько. Но здесь я еще, кстати, могу поставить конденсаторы. 2 штуки поставлю, и тогда, получается, мы можем немножко еще верхнюю поиспользовать. Так, хорошо. Ладно, тогда я начинаю планировочку пока тут. Здесь, так сказать, контроль пропускного пункта. Вот, естественно, все дело будем делать на паузе. И потом уже продолжим. Заодно здесь пока у оцени новых заключенных там чуткаря привезли, что-то там кого-то там. Что там, да-да-да. И продолжим. Ладно, поехали. Так, в общем, ладно, я так посмотрел. Сейчас здесь демонтирую все. В общем, ладно, расстановочку. Распланировку не буду делать. Здесь, по сути, что тут планировать? Я вот здесь нижнюю часть эту займу. Вот здесь вот. Через это, наверное, у нас и будут пропускать, собственно, мы здесь ход сделаем, там и будут у нас ходить, да, правильно, думаю, да. Сейчас мы, в общем-то, сносим тогда забор. Здесь, в принципе, у меня все везде огорожено, поэтому тут особо сбежать некуда. Ну, по крайней мере, я так наивно полагаю. Так, ну что там, демонтаж-то затянулся, я не понял. Так, там опять между собой какой-то. Ну, утренняя драка, утренняя потасовка, без нее никуда. Зэки идут в тюрьму, зэки, называется, идут на завтрак. Походу, у них завтрак без драки, это, ну, это не завтрак. Так, хорошо, ладно, давайте поставим стену.
Вот так вот, да, сделаем. Вот такую сделаю. Так, и дверь. Дверь. Можно туда, наверное, обычную. Ну, хотя ладно, давай тоже еще сюда дверь поставим. Вот сюда. И вот сюда. Все, погнали. Моментом просто строит наша охрана. Так, ну здесь надо еще электричество подвести сразу сейчас. Кабелек сюда кинем. Так, хорошо. Как хорошо, когда они здесь рядом, они прям моментально так все делают, прям чик-чик-чик и все. Так, здесь обыскать блок. Обыскать, может, что-нибудь там найдут опять. Так, и здесь, получается, уже можно тогда сделать калиточку сюда, вот, хоп. Сюда, хоп. И... Так, пока что здесь открываем двери. Все, комнату у нас завершили. Ага, стена. Что там, опять драка, что ли, где-то? Так, а что они там? Что им опять там не хватает? Ну-ка. О, начальник тюрьмы что-то звонит. Не к добру это. Мне доложили, что заключенные недовольны тем, сколько времени они тратят на работу. Если не пойти навстречу, последуют беспорядки. Охранник слышал, что кто-то сказал, что если работа не заставит больше 2 часов, то они это место разнесут к чертям. Да господи, что же у меня за телефон-то? Так, часть соседней тюрьмы непригодна для использования. В связи с чрезвычайным происшествием нам придется принять их заключенных так, как другие тюрьмы поблизости нет. Доставка состоится в скором времени. Ай, как хорошо, прям просто замечательно. Замечательная новость. Спасибо, мэр, спасибо. Вы прям меня просто радуете. Прям на перегонки прям звоните. Вот, в ближайшее время просто. Это сейчас, да, называется? Ой, так они сами, это же еще заключенные, которые, знаешь, такие не простой режим, а такие, знаешь, прям посуровее. Такие посуровее. О, в общем, ясно. Я рад этому, я рад, конечно. Там у меня случайно заморозки не намечаются. И у меня в тюрьме сейчас 277 человек, да. Капец, у меня там еще тела не все унесены, блин. Они мне новых заключенных приволокли. Ну, елки-палки, а. Так, надо, мне кажется, охрану увеличивать еще. Потому что у меня почти 300 человек и всего лишь 100 охранников. Ладно, зато прибыль большая. Так, хорошо. Что там мы хотели? Так, заключенные требуют меньше работы. Так, сократить время работы до 2 часов и менее. В смысле, что, 2 часа в день, что ли? Это они так из-за работы, что ли, психуют? Типа, им работа не нравится? Хрена себе. И что, я им должен делать свободного времени, что ли, куча? Ну, давай. Ну, блин, давай сделаем так, тогда так. Ну, и двор пока так, что сделаем. До 2 часов. 2 часа, ладно. Мути-пути, им не нравится работать, ты посмотри, блин. Какие? Так, хорошо. Давай-ка комнату здесь назначим сейчас. Приемная, да? Так, помещение, офисный стол, стул, так, и... Офисный стол, давай вот сюда поставим. Так, допустим, стульчак. Сюда. Стол. Сюда. Так. И все, да? Так, да. Прям мою тюрьму прям хотят прям вздраконить. Прям, я, честно говоря, так с вами. Прям у меня еще от предыдущего там еще. Это прикинь, да, если бы, допустим, у меня сейчас бы вот эти там 60 человек бы не померло. Что бы у меня тут происходило бы сейчас в тюрьме? Это же просто был бы вообще просто. Апокалипсис. По-другому это не назовешь. Так, ну все, собственно, ладно, пока все это строится. Все, надеюсь, что здесь. Так, давайте сюда сразу охранников. Давайте охранников нанимать, что? Нанимаем новых охранников. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 10 таких. Так, вооруженных охранников я пока не могу нанять. Кинологов давай тогда. Раз, два, три, четыре, пять. 6. Так, и давай тогда назначим сюда. Назначить. Двоих сюда. Так, и патрульного с собакой.
Одного. Вот так пусть. Пусть у нас тут ходят по помещению. Так. И одного можно, кстати, на доставку вот здесь тоже сделать. Вот так вот пусть ходит. Там же постоянно у нас приезжают всякие товары, грузы, собственно. Ну, и они по-любому что-нибудь унюхают. Поэтому это, я думаю, решение правильное. Одного хватит, я думаю, шарика нам там. Хотя можно и двоих, конечно, в принципе. Так, ладно. Я пока понаблюдаю. Сейчас пока у нас тут все доделывается. Смерть. Что там опять? А, это у нас во дворе, да? Беспорядки начались. Так, я понял. Давайте тогда усилим вокруг двора. Ну, в принципе, у меня здесь и так нормально все, да? Но все равно. Так, здесь что у нас? Давай сюда одного. Так, потом сюда добавим одного шарика. Так, затем. Здесь у нас вообще нет собаки. Так вот. Все. Более или менее. Так, а в столовой у нас все норм? Так, в столовой у нас все норм. Он, в принципе, пока охрана справляется. Так, здесь. Здесь далеко у нас до сих пор почему-то с водой проблемы. Ой, блин. Так, получается у меня... Ну-ка, подожди. Да они здесь, получается, метки ставят. Получается, где-то подкопы есть, а найти их я не могу. Не понимаю. Это или они не подкопы находят, а совки, скорее всего, да? Наверное, так думаю. Так, и давай тогда ставить бойлер. Поставлю бойлер, потому что ну, топления не хватает, там могут все равно там попрохладней. Опять они будут чем-то недовольны, там, как всегда. Так, ну и все, собственно, пока. Здесь уже что-то, чья-то кровь, блин. Безобразие какое-то. Ладно, пока паузу сейчас тут осмотрюсь, что кого куда. Тут заметил ко мне, блин, таких заключенных, таких привезли прям вообще, прям шоколадных. Смотри, Джасон Спирбс. В общем, смотрите, судимость, да, убийство 25 лет, покушение на убийство 15 лет. Лжесвидетельство, убийство 25 лет, непредумышленное убийство. Вот сидел, в общем, он, получается, в 80-м, короче, он дохера сидит будет здесь. Не, ну просто суровый парень. Я почему думал, что это средний какой-то режим, а это... Вот это вот, получается, смотри, пиратство, видеоигры. Охренеть. Ай-яй-яй, ребята, ай-яй-яй. Смотрите, а. Нифига себе, 3 года за пиратство. Уф, да ну нафиг, ну нафиг. Не-не-не, нам такого не надо. Не, ну мы-то все официально все берем, конечно, чё. Так, и, конечно же, забыл две самые главные вещи поставить. Как я мог забыть, ну, в приемной-то поставить, друзья? Что ж вы? И вы молчите, и я забыл. Представляете, да? Ну, как так-то? Нельзя же. Где ты? Сейчас. Это вообще нельзя забывать эту ставить штукенцию, потому что без нее совсем будет как без рук. Оп, оп. Оп, оп. Все. А то ведь тут же сразу чуть контрабанду сейчас просто пачками нести. Это все проверено уже опытом. Поэтому сейчас мы тут понаставим. Так, сейчас только свет надо. Здесь есть свет, к этим нет, да? Сейчас мы к этим проведем. Электроток. Так, на всякий случай здесь обыщем все и вся. Смотри, они до сих пор... Ну, что у нас там? Ну, в принципе, более-менее у нас уже растаскали трупы хотя бы почти. Ну, еще там по тюрьме валяются, конечно. Ну, это нормально. Это нормально. Так, дальше надо добавить мне, наверное, думается, этих оружейных этих штукенций. Вот. Давайте поставим столиков. Так. Так. Ну и кабинок немножко добавим. Так, так, да? И таким образом мы должны сейчас будем еще немножко, вроде как, донанять еще немножко вооруженной охраны. Ну, почему нет? Дальше. Что у нас дальше? Я кредит же закрыл, по-моему, да. Да, кредитов у меня нету. Это здорово. Питание у нас среднее. Все, смотри-ка, заключенные-то меньше бунтуют, когда работы меньше. Мне, кстати, писали, что наоборот тогда, типа, раньше они бунтовали, что работы было, не хватало времени рабочего, ну, потому что они ничего не делали. А теперь они бунтовать начали, потому что много работы. В общем, нужно найти золотую середину. Ну, получается, у меня там, да, работы было много. У меня там что, они, по-моему, 8 или даже 9 часов работали. Я что-то не надо будет потом посчитать. Ну, вот только сказал, а сразу кто-то забор огозил. Ну, ничего, ребята, вы сильно-то не привыкайте к выходным. Вы у меня все равно будете работать. Как это? У меня за счет вас бабки были. Бабки.
Отправка товаров, да, у меня было больше, кстати, сумма. Сейчас у меня меньше стало. Ну, естественно, потому что у меня работники, видите ли, забастовали, видать, им. Видать, они устали от чего-то. Вот. Как людей убивать, они не уставали. А как понимаешь ли поработать немножко, то сразу они такие ухаха. Ладно. Смотри, прямо шабачка там, шарик нас, они всех обнюхивают, молодчик какой, а? Молодец, прям вообще всех. Красавчик. Так, ну и чё? Вспомнил я еще одну давнешнюю себе задачку стоял. Изменить немножко лазарет. Вот, собственно, пришло. Представляете, пришло это время. Собственно, я хочу кое-что сделать с лазаретом. Я хочу вот это вот помещение убрать, потому что от него никакого смысла нету. Вот, и продолжит лазарет дальше, потому что кровати сейчас уже мало, постоянно драки происходят, постоянно какие-то рамсы, теребоньки там друг друга, в общем. Поэтому лазарет он нужен, и, соответственно, мы его попробуем увеличить. Так, давайте, где у нас лазарет, лазарет? Лазарет, где ты? Лазарет, вот он. Так, мы его увеличиваем. Так. Добавляем, естественно, кроваточек. Врачей пока что, я думаю, хватит. Так, и надо добавить еще, соответственно, двери. Это сейчас я замурую врачей. И будут они без дверей. Все сюда. Так, и кровати. Пока что, конечно, много тут все равно уже кровати я не воткну. Ну, блин, смотри. Не, ну хотя. Сюда. Так, конечно, в тесноте, да, как говорится, не в обиде, что. Так, как бы мне здесь вот бы сделать? Так. Так, ну и все, да, пожалуй. Если я здесь поставлю, то они там уже не пройдут ни хрена. Все, пришел работник. А что, в остальные стены? Такой убрал одну, и все, я перестал. Давай. Че вы тут по очереди приходите? Давайте, давайте, друзья. О, дверь пришел демонтировать, хорошо. Что-то, блин. Так, выбросить вот это все, выбросить. Мусор они сами выбросят. И давай достраиваем. Ну вот как-то так получился у нас такой лазарет. Ну все равно хотя бы еще плюс 1, 2, 3, 4 кровати, да? Уже получше. Хорошо. А то лазарет был слишком маленький. Кстати, у меня врачи где-то четверо, но почему-то здесь только один. Остальные, да, где-то отдыхают, либо ходят по тюрьме, ну там по блокам. Проверяют заключенных, там температурку мерят. Не знаю, что там они еще делают. Давление там. Там по Цельсию. Всякую такую дичь. Кстати, а тем временем у нас уже, смотри, почти всех заключенных умерших вывезли, да? Осталась еще одна катафалка, и все. И, в общем-то, как бы на этом у нас все печально закончилось, да? Надеюсь, больше такого у нас не будет. Так, давай тогда, наверное, еще вооруженных, да, поднаймем. Давай, 1, 2, 3, 4. А, 1, 2, 3, 4, ага, разогнался. 3, 4 не получилось. Так, и расстановочку давайте сделаем. Так, ну давай, наверное. В принципе, здесь вооруженная охрана не сильно нужна. Так, надо в патруль. Что у нас здесь? У нас здесь нет вооруженного охраны. А, нет, один есть. Один есть. Так, и вообще, в принципе, у нас... Вот так, надо изменить вот здесь вот. Так вот переложить маршрут. Кстати, надо еще внизу изменить тоже у меня здесь вот маршрут надо проложить. Это я все сделаю. Давайте за кадром, наверное. Так, как раз у меня пока охранники свободные есть. Мы сейчас здесь сделаем патруль. Так, ну и давайте-ка за то, что они у нас бурагозят, заключенные. Что-то у меня тут постоянно у них драки опять начались. Давайте им обыск устроим. О, сами сразу просто. О, повываливалось у них из широких штанин. Добра-то много. А то, понимаешь ли, что-то они бурагозят, я, понимаешь ли, им идут на уступки, да, время там рабочее уменьшаю. Они продолжают, как всегда, своей фигней страдать, да, подраться там, полегаться. Вот, собственно, получайте. Так, питание. Заниматься им нечем. Единственное, наверное, заниматься надо еще комнату отдыха ставить где-то, потому что, наверное, комнат маловато. Ну, блин, у меня здесь просто все уже рассчитано настолько, что, блин, здесь хрен где воткнешь. Единственное, могу только вот эту комнату расширить, так сказать. Так, давайте-ка я, наверное, сейчас здесь займусь быстренько. Вот до сюда так вот расширим ее.
Что-то прям, смотри, массовая драка прям. Там, надеюсь, ну-ка, подожди-ка. Тут охрана хоть справится, не? Походу, они стали против обыска, судя по всему, да? Не, вроде нормально, охрана тут совладала с этими бомжами. Нормально. Так. Так, так, так. Все, у нас тут сейчас построится. Эту стеночку мы тогда снесем. Так. Это пока демонтируем. Так, а здесь что, я стену не доставил, что ли? А, нет, все нормально должно быть. Так, и получается, тогда комнату отдыха мы увеличиваем за счет этого. Так, все, понял. Стопы, ребята, у нас бунт начался. Так, блокируют двери в камеры. Обыска заканчиваем, в камеры и экстренные службы, давай. Так, пожарный пока не надо, ОМОН. И медиков. Сразу всех вызываем нафиг. Так, и... Ладно, дверь блокировать не буду. Может, они сами все-таки разберутся. Что, где там ОМОН-то? Давай быстрее. Сюда бегом, ребят. Так, ну и опять у нас, блин. Значит, надо увеличивать охрану здесь. Опять я на это. Так, заходим сюда. Идем сюда. Идем сюда. Так, что еще где-то бунтуют? Так, здесь все отлично. Давай на кухню. Здесь уже все валяются, да? Причем самое главное, смотрите, бунтуют те, кто идут снизу. Сверху уже кто спускается, они, как правило, не бунтуют. Все, опять это столовая превратилась в кровавое месиво. Так, все нормально. Ну еще, походу, ловят еще этих буйных помешанных. Так, ну вроде бы все, нет? Что-то какая-то музыка пошла нехорошая. А что за музыка такая? Так, ладно, снимаем режим камер. Так, ну я полагаю, наверное, все. Или нихера не все. Это вот по-любому те, которые новые, прибывшие, блин, заключенные, они вот по-любому так свою старую тюрьму разбомбашили. Теперь у меня тут свои порядки наводят. Да, ребята, вы хрен-то угадали. Так, давайте тогда сюда поставим еще одного такого. Так. И сделаем тогда следующий ход. Так, ну у меня собак, по-моему, нету, да, новых. Ну, сейчас сделаем, ладно. Тогда сделаем вот так вот. Будет у нас два шарика ходить. Так, и тогда сюда нанимаем кинюлягов. Вот так вот это делаем. Все нормально. Думаю, столько будет достаточно. Все, смотри, насвинячили опять, накровякали. Блин, ну вы вообще, черти, не даете мне нормально. Только я... Здесь у меня что-то это... Ничего не сделано, а почему... Я понимаю, что тут приказ уже... А что-то это... Где работники-то? Не хотят демонтировать. Ну и хера с вами. Не хотите, как хотите. Так, комната отдыха. Вот она. Оп. Комната отдыха. И тогда сделаем дальше еще здесь пункт. Поставим еще немножко тренажеров. Что-то нельзя ставить тренажеры. Так, флажки. Так, и давай тогда, наверное, дальше продолжим обыск. Они там как раз начали бунтовать, когда, видать, они заходили в столовую, их начали обыскивать. Смотри, даже одного оружия нашли, сука. Это после, видать, бунта, он там, оружие, ключи, они приняли. Ну, они обычно всегда после бунта это. Так, ну все, этих можно опускать, ОМОНовцев, врачей. Спасибо им за оперативность, как обычно. Так. И... А почему нельзя поставить-то? Ну ладно, у меня для таких случаев даже есть своя хитрость небольшая. Сейчас, подожди. Так, комната отдыха.
Макобякс. А, я что-то вообще ничего не могу с ней сделать. Так, ну давай тогда сделаем по-другому. Здесь мы тогда поставим. Туда можно хоть что-нибудь поставить вообще, нет? Диво... А, сюда вообще ничего не заставить, да? А почему? Ну ладно, нельзя так нельзя. Наверное, мне само по себе, сам, так сказать, в тюрьме этот шишка, за которую я играю, да, он такой, сам такой, не надо им ничего давать, они себя плохо ведут, обойдутся без пряников. Хорошо. Так, ну там что-то коляще бунтуют, но уже дубинок он надыбали целая куча. Дубинок у них, одно оружие там, ножницы, ключи, ясно. Так, ну обыск продолжается. Давайте, друзья, мы, наверное, на этом сегодняшнюю серию закончим. Всем, кто смотрел, спасибо. Подписывайтесь на канал, добавляйте свои комментарии. Можете какие-то подкидывать полезные советики касаемо тюремки и так далее. Всем хорошего вечера, хорошего, в принципе, времяпрепровождения. Всем пока. А, ну и там, не забывайте ВКонтакте добавляться, на Twitch канал. Все ссылочки внизу, естественно. Ну и на плейлист данной игры тоже внизу. Всем пока.